Ученые предупреждают о растущих рисках столкновений спутников Земли с объектами космического мусора. Подобные инциденты могут представлять опасность для наземных служб, работающих, к примеру, в области связи и прогноза погоды. Специалисты Европейского космического агентства собрались в Берлине для поиска возможных решений этой проблемы. Сегодня на околоземной орбите вращается более 750 тысяч мелких объектов. Их средняя скорость при столкновении с объектом — 40 тысяч километров в час. На таких скоростях даже крошечные объекты могут здорово навредить. Вопрос здесь стоит об угрозе нашим инфраструктурным проектам в космосе со стороны космического мусора. Ученые надеются в ближайшем будущем разработать методы сбора и утилизации космического мусора. Есть предложение отлавливать отбросы на орбите с помощью космической сети. В то же время эксперты опасаются, что провал подобного проекта может привести к возникновению на орбите еще большего числа неуправляемых осколков. С проблемой сталкиваются и пилоты МКС, которые регулярно вынуждены изменять орбиту станции, чтобы избежать столкновений с наиболее опасными объектами.